Говорит Москва. Московское время 10 часов. Данные у меня есть. Какой еще приданное? Сейчас, Юр.
Здравствуй. Дочка у меня, Юр. Аллочка. Ты врешь. Где она сейчас? У матери на разъезде. А отец? А нет. Как нету? А так. И ты могла? А что, у них хуже других? Ну так что же вы тогда не поженились, если он советский человек? Кстати, он советский человек? Советский, Юрочка, только женатый. Так значит, он тебя обманул? Нет, почему? Я знала. Ты знала, что он женат? Никакого значения. Так, слушай, Лёля, или ты надо мной издеваешься, или... Или, Юр! Значит, ты могла вести беседы о советской семье, о моральном опыте. Да ты ж просто оборотень какой-то. Хамелеон. Видишь, я же говорила. Значит так, ты об этом... Никому не рассказывай, поняла? Молчи! 4 года молчу, хватит! А я говорю, молчи! Не позорь себя, успеешь. Ты о комсомольской организации подумала? А нас что скажут? Ты подумала? Тебя повысили, создали авторитет. Ты комсогруппу... Да я не просила! Что же касается наших личных с тобой отношений, могу сказать только одно. Очень ты меня огорчила. Что мы будем делать с этим? Я не знаю, Люба. Отдай. Отдай, слышишь? Пропусти Каменкова! Отдай! Ты-то тут при чем, а? Ты-то тут при чем? Мое дело сама так решила, Ты решил. А я? А мне что делать? Что? Два года. Три. Мне тебя жалко, Юр. Правда жалко.